Сегодня дата памяти советского и российского рок-певца, музыканта, гитариста Александра Барыкина. Александр Барыкин родился 18 февраля 1951 года, а умер 26 марта 2011 года. Сегодня мы от нашего YouTube-канала возложим ему лампадку по традиции. Все, ребята, двигаемся на Троекуровское кладбище, 6-й участок. Ребята, мы 40 минут ждали автобус на Кунцевской от начальной остановки. Это вообще ужас полный. Пришла печальная новость. Умер Александр Барыкин. Музыкант, композитор, певец. Как стало известно, на гастролях в Оренбурге ему стало плохо с сердцем, и это недомогание оказалось роковым. Достаточно назвать всего несколько песен. «Букет», «Аэропорт», программа передач «На завтра» – это бесспорные хиты в его исполнении. Александр Барыкин играл и пел с детства. Свою первую группу организовал еще в школе, с которой выступал на соседних танцплощадках. В 73-м началась его настоящая музыкальная карьера. Он был участником групп «Веселые ребята», «Карнавал». А после приглашения для сольного выступления на телевидении его песни запела вся страна. В начале 2000-х он не раз заявлял о том, что оставляет сцену, но все же возвращался с новыми альбомами. В последнее время он планировал создать студию для поддержки молодых музыкантов и уже начал вести переговоры, подыскивать помещения. Александру Барыкину было 59 лет. Так, ребята, снега стало немножко, немного поменьше. Сейчас мы идем на 6-й участок Троекуровского кладбища, где там мы посетим могилу Александра Барыкина. Вот такая погодка сейчас на Троекуровском кладбище.
вот, ребята, и мы побывали на могиле Александра Барыкина. Постояли немножечко, поснимали, поставили лампадку от всех нас. Все, ребята, огромное спасибо за просмотр. Прожимайте лайк и подписывайтесь на канал.